Анатолий, как вы, довольны работой? Очень. Лучший человек на земле по поводу арт-бетона. Лучше не найдете, я вам отвечаю. Моего слова достаточно. Знаете, почему я такой веселый? Потому что началась покраска. Мы подходим к своему логическому завершению. Здесь у нас чистовой слой полностью все сделан. Сейчас готовится все к покраске. Цоколь у нас уже красится. Осталось совсем немного. Беседочка у нас тоже готова вся. Чистовой слой. Все только продуть вот от этой пыли. И можно начинать красить. Здесь у нас два павлина. Вы уже видели это видео. Посмотрите. Мостик из камней очень такой получился классный, брутальный, мощный. Камни прямо вот самое то. Все в основном делают из дерева. Я решил делать под скалы все. Все в одном стиле. Здесь у нас привезли баню. Сауна получается. Комната отдыха. И там помывочная. А вот это хвост для павлина. Тут будут цветы. Сзади приварен он будет. И будет красота. Цоколь покрашен. Полностью. Здесь основной тон покрашен. Остались оттенки. Совсем немного. Совсем чуть-чуть. Погода нам, конечно, немного не позволяет. Цепочку вам повесили золотую. Закрыли основные цвета и будем красить дальше, продолжать. Надеюсь, завтра я закончу и поеду домой. Тут у нас закончены подпорные стеночки. Вот так вот они выглядят. Все как цоколь в одном стиле. Тут у нас водичка идет из бочки. Входная группа. Дверки будут меняться. Ну и леопарды, конечно. Леопарды. Три штуки сидят на дереве. Где-то в саванне. Все как полагается. Барельеф. Горельеф. Тут травушка-муравушка. Дерево. Плавно. Видели на этом дереве подсветочку. Здесь такая стена. Дерево подсветкой сделали. Листья, камни. Два павлинчика на стене. Голубенький.